на конкурс «Дети читают стихи». Третий Богдан, 7 лет, Чебоксар. Штается весь дом, бьет Сережа молотком. Покраснев от злости, забивает гвозди. Гвозди избиваются. Над Сережей они просто издеваются, в стенку не вбиваются. Хорошо, что руки целы. Нет, совсем другое дело. Гвозди в землю забивать. Тук шляпки не видать. Не гнутся, не ломаются, обратно вынимаются.